Всем привет! Всем привет! Илюшки, ну-ка иди-ка поздоровайся! А, так, это молодец, да? Да. Илюшка, ну-ка покажи свою шапку. А, Илюша, Илья, покажи шапочку свою. О, какая с ушками шапочка, да, у нас? Да. Да. Новенькая шапочка. Ну что, всем привет. Вышли мы на улицу, да? Да, погулять, хорошая погодка, посмотрите. Сегодня, правда, менялось несколько раз. Но все равно, без облачков сейчас. Второй день подряд, да. Вон, коты повыскочили, кошки повыскочили. Сегодня даже такое ощущение, что теплее, чем вчера. Кошки, да. Вот. Илюшка, да, пойдем мы сейчас топ-топ, да? Пойдем мы без колясочки. Ждем маму. Куда выйдет, да, Танюшку? Да. И Илюшка, он прыгает, танцует. Так, Илюш, танцует. Ну-ка, покажи. Вот так вот, вот так вот. Булавник, булавник, булавник. Так ты танцуешь, да? Ну-ка, еще что-нибудь покажи. Как еще Илюш умеет танцевать? По-другому. Ну-ка, покажи. Илья, повернись. На тебя посмотрели. Вот так, вот так, вот так, развалочка. Вот такая шапочка у нас. Да, бабушка купила Илюше шапочку. Прикольная, да, с ушками. И Владик он в обновках, да, наших, да, гуляет уже целую неделю, да? Нормально. Вот, так что пойдем мы сейчас пройдемся, дождемся Танюшку и прогуляемся. У нас, правда, бардак тут у нас на лавочке видно. Либо с вчерашнего вечера, либо кто-то сегодня уже с утреца опохмелялись, да? Да. За этим, конечно, никто у нас не смотрит в городе. Вот, так что ждем, 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 ждем. Так что сегодня налегке Илюшка уже. Ну, правильно, тепло уже, все. Все, сменили мы одежку нашу. И ждем Танюшку и увидимся. О! Ну это коллега, да. Коллега с работы идет, да. Привет. Отправили папку нашу в магазин и сами пошли на площадку. Да? Илюшка! Илюшка катается на лошадке. Вот на такой, да? Да. Владик его катает, помогает ему. Да. Да. Ой. Илюша радуется. Да? Да. Вот так. Вот это задом пойдет он. Опа. Да. Слезай давай. Не будешь слезать? Слезать? Машинку. Ой, это кто-то пришел с машинкой большой. Или уже сидит большой, да? Да. Ну-ка, держись ручками за руль. Владик сходит около него. Да, Ильюша сидит в машине. О, она еще звуки издает. О, какая машина. Мы ждем нашу папку из этого магазина. С торгового центра вдали. Да? Вот так, так, так. Вот маленький сидит Илюша. Ой, окружили детки Илюша.
А Илюше интересно. Что-то наш папка потерялся. Да? Илюша? А, нравится? Да. Так, подошли мы на площадочку. Я был в магазине, соответственно, в Евроторге. Немножко прикупили, пришли на площадочку. Что там? Я сказала, что в магазине. Да? Да. Вот это же... Илья! Что ты уже? Уже на машинке, да? Да. Моя! Да, да, мальчик в машинке тогда посидеть, да? Да, да, хороший мальчик, молодец. Да. О, а, ты поднимаешь ее, да? Молодец. Ой, Илюша, слушать музыку? Да, да. О, садили Илью, да? Молодец, Илья радостный, да? Ты радостный, Илья? Тебе такую машинку тоже, да? Да. Иди мне в такую. Ты уже вырос из такой машинки, тебе в такую. А такие еще есть и большие. Площадочка. Не пойдете помаленьку? Да, надо идти. Пойдем, сейчас зайдем на связной. Денежку положим, да? Идем, все, вылезаем. Вот. Что, не хочет? Не хочет вылезать? Пойдем, Илюша. Посидел немножко, мальчик разрешил? Разрешил, тебе надо тоже. Да. Ой, Илья. А, все, пойдем, пока, скажи. Илюша, пойдем, пойдем. Мы уходим. Папа уходит сейчас, и все уходят, да. Погодка хорошая. Все, 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 все. Так, забрыкался Илья. О. Да. Все, все. Теперь не выгонишь. Ну ладно, пойдем дальше. Идем в городе. Заплатили уже связном там денежку, да? Да. О, мама Илюша дал булку. Илюша, мама кушает булочку. Илья, покажи булочку. Всю ешь булочку? Да, хотели булочку. Владик что-то тоже точит булочку. Да. Хороша погодка, а? Горячая булка. Горячая, нормально. Всем разогревает по чуть-чуть. Проходим возле нашего почтампа главного. Главного почтампа. Илюша, он смеется. Долго плакал, да? Не хотел выходить из машинки. Ладно, как-нибудь, может быть. Не знаю, в принципе, я считаю, машина, конечно, вот на пару лет и все. А так, да? Стоит 5-7, даже как вам, больше тысяч. И... Владик, тоже булку ешь? Проголодались, только из дома вышли, поели, а? Вот я говорю, примета у всех, да? У всех, да, даже у тебя. Из дома выходят и есть хотят, а хотя дома кушали. Вот, ладно, пойдем мы сейчас на площади и там уже погуляем. Тут машинки ходят. Смотри, за руку. Вот, вышли мы на площадь, хорошо, солнышко, сухо. Давненько, кажется, зима настолько давно была, да, эта слякоть. Вообще шикарная, конечно, погода. Вообще, прямо вот настолько даже в куртке, мне кажется, сейчас очень жарко. Вот, еще не убрали с зимы елочки, укрывали, да? Здесь тюльпаны, да, у нас? Цветочки всякие, да. Тюльпаны, да, да, я уже забыл. Вот так еще немного грязи вот вдалеке осталось. Снег такой грязный. Вот эти кучки. Ну, они сами, конечно, под таким уже все это дело растает. Вот. И мы гуляем хорошо. Дышим весенним воздухом, да? Весенним воздухом дышим. Да? А ты что, кашляешь? Нельзя кашлять, весна уже наступила. Да, Илюша все дагает. Да, как дела, Илья? Ну-ка, улыбнись нам, скажи. Как дела? Не знаешь? Он кушает булочку, ему все равно. Да. Да. Владик, он побежал к вечному огню. Так, Илья, аккуратно, ямочки, видишь? Ямочки, а то ножка туда, бах. Да. Дай маме ручку. Уже все. Выходим мы без коляски. Уже не хочет он. Хочет бегать. Ну, в принципе, сейчас поудобно ему, конечно, в таких штанишках. Уже удобнее, да? Конечно. Да. Вот. Да, конечно. Папа, сам погнучку смотри. Я смотрю нормально. А Владик, я после вечного огня. Опа, наверное.
Позирующий, да? Оп, оп. Да, мы с ним ступенек даже спускались с лестницы. Немножко, да? Вот он, вечный огонь. Огонек, огонек. И наш храм виден. Башня, да? Церковь. Храм. Огонек. Парень, все, булку съел. А Владик, давайте вас щелкнем, что здесь пофоткаемся. Давай. Ну, нет, щелкаем здесь. Вторая фермерская, ладно? Где Владик? Владик вот уже убежал далеко. Отличная вообще погода. Отличная. А завтра уже на работу. Завтра уже на работу. Все люди отдыхать будут, а мы на работе. Так, нечестно. Хотя мы раньше отдыхали, да? Да. Обалденная погода. Еще зара такая будет. И вообще, ну, целую неделю такая была. Постоянно такая была. Пойдем гулять. Да. А я приеду с работы и... Выходи к нам. Помоюсь. И выйду к вам. Это будет примерно, ну, часиков 6 вечера. Вон, смотрите, губка Боб забрался. Обалденно. Ну-ка сейчас. Застрял губка Боб. Вот он, губка Боб. Застрял, да? Шарик, губка Боб. А Владик уже далеко ушел. Что, да? Илья, а мне надо ходить, там тоже елочками прикрыто все еще. Да, вот так мы и гуляем. Завышенно на аллею героев. Иди посмотри, он шарик завис. Губка, губка Боб завис. Квадратные штаны, да? Губка Боб. Квадратные штаны называется, да, вроде? Вон, видишь, губку Боба. Запускал кто-то. Вот. Очень много, да. С колясками гуляют все. Хорошей погодки радуются, да? Вообще много. И мы тоже гуляем, прогуливаемся. Я не знаю, может быть, куда мы еще погуляем, сходим? Мы не знаем. В плотине? Я не хочу. В парке погуляем? Да. Ну, там просто погулять. Там народу тоже будет много. Ну и что? Много с детьми гуляют. Действительно, выходной день. Там тоже, по-моему. На площадке сейчас сыра будет еще, наверное, да, на детской? Да, уже не пойду. Там сыр, там, да, вот такая вот, наверное, сыр, сыромятина еще. Попозже пойдем. Гуляем. Вот таким, конечно, сухим плиточком, да? Да. Отлично. Вот так вот. Обзорчик. И солнышко светит. И солнышко светит. И мы гуляем. Бабах. Бабах, Илюша, если упадет, там бах. Да? Ну-ну. Ну-ну. Как Илюша говорит ну-ну? Ну-ка скажи ну-ну. Как? Ну-ну. Да? Как нас зовут? Как тебя зовут? Илья. Илья, скажи всем привет, да? Да. Шкадный мальчик. Пошли. В принципе, такая погодка будет хорошая постоянно, то и быстро все это дело распустится. Там, да, пауза. А, тут уже практически все высохло. Там детки в футбол играют. Оп, 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 оп. С папой. Да. Ну что, пойдем до парка? А, Илья, пойдем до парка? Да. Да, пойдемте погуляем теперь в парке. Владик у нас и Илюша побежали к мячику. Пригласили поиграть тоже в самый мячик. Владик и он. Оп. Владик сильно не бей там. А Владик с разбега, как дома привык бить. Илюша наблюдает. И... Вот, кстати, у нас еще такой вот снежок сохранился. Тающий снег. И на площадке вот на спортивной, на этой коробке, ну, где каток был. Там видно, чистят и тоже самое выбрасывают снежок, что был. Ну, на площадке он людей, детей очень много. Все катаются, ну, не знаю. Вот посмотрим. Мне кажется, там сыровато было. Да? Мы пойдем сейчас в сторону туда вот парка, фонтана. Илюша все булочку точит, да? Да, Владик вон в команде мячик ловит. И
у нас даже видна луна. Вот луна. Смотри, луна даже, видишь? Оп, мы чуть-чуть приблизили луну. Видно отчетливо. Вот, да? Лёшка. А, аккуратно там. А солнышко? Так, так, а солнышко? А что, здесь тенёк был? Холодно в деньке? Да. Замёрзло? Да, солнышко пригревает, хорошо. Нажелательно, да? Да. Доу-доу-доу-доу-доу. Вот. Давненько что не слышали колокольный звон. В принципе, да, я работаю, считай. Это вечерами сейчас мы не ходили. Может быть, на следующей неделе услышим. Отличная погодка. Да. Илюшка сам по себе что-то бормочет, да? Лопочет. Кушает булку, да? И он, Владик, сейчас будет ловить мячик от девочки. Ты можешь бегать! Оп, оп, поймал мячик. Вот так вот дети веселятся и резвятся. Ладно, пойдем до парка. Нормально? Нормально. Ну вот мы гуляем, по парку идем. Илюшка у папы на руках сидит. Да, с пакетами вообще все, он устал, надо коляску брать. Головой, да, Вася? Головой, Вася, да? Вот, а он не хочет. На коляске. Владик, всем наш... привет! Ой, ты же здоровался? Нет. Нет? А он здоровался у нас. Он булку съел, до него дошло, что надо поздороваться. Смотри, сколько людей много. Вот, сколько гуляют. Ага. Погода хорошая, деток много. Вот. Ильюшка! Ильюшкин! Помашьте маме ручкой. Пока. Пока. Мне уйти? Да. Да, спасибо, я пойду. Сейчас прогуляемся по парку, да? Да, чуть-чуть. Пятерку надо, да? Ну так называется, что мы гуляем. Илюша гуляет папа на руках. Да, он уже тоже много находился. Уже час почти ходим, да, находился. Ну что же, тяжело. Полтора до годика, нет, нам. 1,7. Мы уже большие. Да. Вот. И идем мы сейчас по нашему так называемому парку. Ну, типа того, разваленный парк. Ну, ладно, хоть убрали грязь в этом году. Да, вот хоть грязи такой уже, нету. Я уже говорил. Банок, склянок всяких не валяется. Видите, хоть, конечно, не чисто, но и не такая грязь в том году. Вот, о, Илюша зарычал. А? Зарычал? Да. Как ты рычишь? Как ты рычишь? Как мы рычим? Никак? Не хотим. Пойдем сейчас до бабушки, да? Да. Пойдем в Пятерочку, да? Да. Потом возьмем что-нибудь покушать на работку, да? Завтра и, уже. И потом... И потом мы пойдем домой, а да, вы поедете уже по делам. Ага. Вот. Ну ладно, еще увидимся возле дома, наверное, да? Да. Ну да. Валик, пойди играй. Да? Да, Пятерочки. Ну, Илья, не закрывай дверочку. А? Да. Пойдем. Вот такой хоккей. И мы Пятерочки. Пятерочки. Илья, открой дверочку. Ты что, девочку закрываешь, а? О, какой там счет? 4-5 проигрывает. Оп, 5-5. 5-5. Валик, ты ж отражай. Выпросил, да?
Все-таки, да? А? Выбросил поиграть, да? Ладно, пусть играет все. Вон там бабушка. Бабушка. Да. Пятерочки. Пятерочка такой зал, есть 5D кинотеатр. И мы отоварились немного в Пятерочке. Вот, Пятерочки. Илюшка прячется. Вот. Пятерочку не стала снимать. Да, молодец. О, молодец. Забил гол, да? Все. Все. Пойдемте. Пойдемте. Все. Иди. А? Еще будешь играть? О. Тут жарко. Ладно. Я на улицу пойду, Таня. Тут жарко. Вот. Танюшка стала будет играть. А, что ты? Да, все, пропустила. Вот. Вот такие у нас забавы тоже есть. Что? Домой. Подписывайтесь на развлечения. Подписывайтесь на канал. Всем до встречи. Всем пока.